Многие живут так, как жить не хотят. Но они и не делают ничего, чтобы жить по-другому. Жизнь таких людей похожа на фильм, от просмотра которого их самих тошнит. Но по какой-то причине они не хотят переписать сценарий. Тем, кто делает все, чтобы изменить свою жизнь, и тем, кто вырвался из такой жизни, посвящается. Добрый день, меня зовут Екатерина Чистополь, и я хочу с вами поделиться своей историей. 13 лет я работала бухгалтером-экономистом. Слово «бизнес» было для меня таким каким-то заоблачным, страшным. Но я понимала, что люди, которые работают на себя, они имеют гораздо больше денег и гораздо больше свободы. Что меня не устраивало в работе по найму? Да, классный коллектив, да, сама работа нравилась до поры до времени, пока было куда расти. Но каждый день будильник, дом, работа, магазин, и вот так вот в этом замкнутому кругу ходишь 13 лет. То есть не видишь ни семью, ни путешествий, ничего. Потому что не было возможности, исходя из тех доходов, которые я имела. И буквально не так давно я узнала о системе бизнеса в интернет, то есть я стала искать, то есть и за вот этот последний год, который я пользуюсь системой, благодаря обучению, то есть появились люди, которые мне помогают, которые подсказывают, благодаря их обучению я сделала уже более 1 000 000 рублей. Работаю дома, работаю на отдыхе, где угодно, то есть где есть интернет. Сегодня, ну, есть такая возможность. Как следствие, свободное время. За вообще все время, что я занимаюсь интернет-бизнесом, я была уже более чем в 7 странах. Съездила, отдохнула, причем это в обществе очень успешных людей, очень богатых людей, которые с огромным удовольствием делятся своим успехом. И сегодня появилось и свободное время, есть возможность больше видеть свою семью, своих близких, путешествовать опять-таки. И мне нравится то, что мой доход, он постоянно растет. И система простая, доступная любому человеку, неважно, чем вы занимаетесь, сколько вам лет, ваше вероисповедание, вообще не важно. Зайдите в эту систему, посетите вебинар, если вас не устраивает то, что у вас есть, может быть, это именно то, что вы ищете на сегодняшний день. Поэтому заходите на вебинар, я желаю вам успеха и всего доброго. На что бы вы были готовы пойти ради своего будущего? Сколько бы вы согласились заплатить или чем пожертвовать, если бы были на 100% уверены, что то, что вам предлагают, полностью изменит вашу жизнь? Делает ее целостной, комфортной и насыщенной. Сколько у вас уже было возможностей, от которых вы отказались, а потом жалели? Возможно, на этот раз вам все-таки будет лучше прислушаться своего сердца. Добрый день, меня зовут Максим Баранов, я живу в городе Пенза и хотел бы вкратце рассказать свою историю. Ранее я работал 5 лет по найму менеджером в области строительства. Когда учился в университете, закончил магистратуру, и я обратил внимание, что работа по найму, она меня тяготит, потому что всегда есть начальник, всегда какие-то указы, приказы, сам себе не принадлежишь. Вот куда он скажет, туда и идешь, то есть конкретные обязанности. Вот. Я стал искать для себя, что позволит мне, ну, увеличить рамки свободы, то есть чтобы я мог сам определять, что мне интересно, что мне нравится, и получать за это деньги. Через интернет я узнал о системе «Эксклюзив Шанс». Я уже более года зарабатываю деньги с помощью этой системы. Сейчас у меня доход, в принципе, на автомате уже более 60 тысяч рублей в месяц выходит. И буквально во второй месяц у меня уже где-то 30 тысяч рублей было. Поэтому меня вполне устроил этот заработок. Я увидел потенциал роста, потому что у меня очень много стало появляться единомышленников. Я съездил в этом году в Крым, отдохнул. И действительно, это дело моей мечты. Поэтому, если ты хочешь узнать о том, как не зависеть от начальника, высвободить больше времени и уделять близким и любимым делам, регистрируйся прямо сейчас на вебинар, и за 30 минут ты узнаешь обо всех возможностях. А все вопросы, которые появятся, задашь человеку, который тебя пригласил на конференцию. Желаю тебе успехов. Вот мир, к которому мы все привыкли. Каждый день мы просыпаемся утром, чистим зубы, красиво одеваемся и идем на работу. Но что скрывается за всем этим? С какой целью мы делаем то, что мы делаем? Во всяком случае, каждый из нас в этом преследует лишь две цели. Первая – обеспечить себя и свое настоящее. Вторая – обеспечить свое будущее. Но встречали ли вы хотя бы одного человека, который работал на работе по найму и на свою зарплату приобрел хорошую квартиру, сделал там ремонт и купил всю необходимую мебель?
Нет, это невозможно. Так что можно считать, что обычная работа ни при каких условиях не обеспечит вас всем необходимым. Да, на самом деле это так. Добрый день, друзья. Меня зовут Дина Смирнова. В свое время я работала по найму 13 лет. У меня экономическое образование, я бухгалтер, менеджер, администратор. И когда родила второго ребенка, ну, сами понимаете, школа, садик, нужно было и свободное время, и деньги. Но вы сами знаете, если вы работаете по найму, это в 8 утра вы уезжаете на предприятие, в 18 вечером заканчивается рабочий день, кто-то в 7, кто-то в 8, кто-то позже приезжает домой. То есть заниматься детьми абсолютно нет времени. У меня как раз старший сын пошел в первый класс, младшая дочь в садик, и я стала искать, то есть где найти такую работу, чтобы было и свободное время, и деньги. Да, я прошла несколько лет традиционного бизнеса, и когда узнала то, что через интернет можно зарабатывать серьезные деньги, причем бизнес легальный, причем есть уникальнейший продукт, который востребован, и сейчас мы буквально год как подготовили систему «Эксклюзив Шанс». Я тоже не имела опыта ведения бизнеса в интернет. Когда меня познакомили с этой системой, я практически была просто пользователем компьютера, абсолютно не знала, как себя преподносить, как себя продвигать. Но на самом деле, вот за этот год, когда мы поставили систему «Эксклюзив Шанс», вы, кстати, можете зарегистрироваться в системе и посмотреть о возможности бизнеса. На этой странице вы найдете, как регистрироваться. Так вот, за год я заработала около 800 тысяч. То есть именно работая через интернет, в день я посвящала 2-3 часа времени этому бизнесу. То есть здесь очень мощная обучающая система. И не важно, какой у вас опыт работы, не важно, сколько вам сегодня лет. Обучить можно любого человека, если у вас есть такое желание. Если вы на самом деле хотите улучшить свою жизнь, регистрируйтесь на презентацию, смотрите информацию и выходите на того человека, кто вам дал эту ссылку. Всего вам доброго, любви, здоровья, счастья, процветания. Ни одна зарплата на традиционной работе не обеспечит вам комфортное настоящее. Она лишь позволит вам выжить. А что же со второй целью? Как насчет пенсии? Каждый день вы выходите на работу и надеетесь на достойную пенсию. Какую пенсию вы будете получать? Прямо сейчас назовите сумму. Я думаю, вы не раз видели своих знакомых или, возможно, даже своих родителей, как они в буквальном смысле этого слова трясутся за штамп в трудовой книжке. Но ради чего? Всем доброго времени суток. С вами Юрий Мирный, Крым. Я рад всех приветствовать, кто смотрит это видео. И сегодня это видео будет посвящено людям, которые работают по найму. Я тоже, как и все, закончил школу, институт, да, еще в советское время, устроился на работу по найму. Вот, работал от художника-оформителя до начальника рекламы. И также само работал на найме управляющим СТО. Вот. Какие недостатки, да, сразу? Вроде как бы хорошо, зарплата идет, отпуск у тебя, но, во-первых, нету движения вверх, то есть карьера останавливается, ты никуда больше не можешь подняться. Ты зависишь от начальника, ты зависишь от того, что происходит в стране. То есть новые законы могут сократить, то есть ты идешь на работу, и ты боишься, что тебе скажут, что твоя должность сокращена. Или, как обычно бывает, ты великолепно выполняешь свою работу, и тебе в конце просто дают ученика, своего человека, как говорится, ты обучаешь, и потом ты становишься не нужен. Я это прошел. И сейчас я занимаюсь интернет-бизнесом. Что он мне дал? Он дал очень много. Во-первых, у меня есть карьерный рост. У меня есть возможность самосовершенствовать, потому что я общаюсь с людьми, профессионалами, люди, которые не теоретики, а которые на практике делают деньги. Кругозор мой очень сильно расширяется. Дальше, я обучаюсь навыками, которые сейчас востребованы и будут востребованы в течение времени. Они всегда будут нужны, потому что за интернетом будущее. Я могу путешествовать. Я могу уделять время своей семье. Я могу заниматься своим любимым хобби. Потому что бизнес, который я веду, это бизнес на ладошке. То есть для бизнеса мне нужен всего лишь интернет и компьютер.
что еще очень сильно вас заинтересует, это то, что вы сами себе директор, начальник. То есть вы сами строите свой рабочий день, вы строите, вы принимаете действия, которые вас приведут к успеху. И не вы одни, а вы работаете в команде таких же единомышленников, таких же успешных людей, которые вам это помогают. И поэтому, если предложение вас это заинтересовало, нажмите на ссылку внизу, зайдите в эту систему «Эксклюзив шанс», которая дает подробно с первого шага, с первого класса, как делать первые шаги и как достигнуть вашей мечты, вашей финансовой независимости и вашей свободы. С вами был Юрий Мирный. Время – деньги. Действуйте, нажимайте кнопку, регистрируйтесь и 30 минут выслушайте ту информацию, которая изменила мою жизнь. Знаете ли вы, что если, например, ваша ежемесячная зарплата всего $100, то предприятие, на котором вы работаете, вынуждено отдавать за вас только в пенсионный фонд около $63, чтобы якобы формировать вашу пенсию? Почему якобы? Давайте представим, что вы работаете с 20 лет и в 55 выходите на пенсию. И каждый месяц вы получаете зарплату всего $100. Только сделаем маленькую поправку, что те $63 вы отдаете не в пенсионный фонд, а в банк. И всего под 15% годовых. Пусть меня простит правительство, я не призываю людей не платить налоги. Я лишь показываю этим примером эффективность их действий. Итак, с 20 и до 55 лет вы каждый месяц формируете свой собственный пенсионный фонд. Но в банке. Когда вам исполнится 55 лет, на вашем счету в банке окажется $860 000. И этой суммы вам хватит, чтобы на протяжении последующих 30 лет выделять себе на пенсию более $2300 в месяц. Внимание, вопрос! А какую пенсию получают те, кто все-таки остался верным трудовой книжке? Возможен ли вариант, что работая на трудовую книжку с зарплатой в $100, вы достигнете размера пенсии, сравнимого с той, которую мы вам только что показали? Тогда почему люди так преданно работают на трудовую книжку, вместо того, чтобы работать на себя? Ответ очевиден, но незаметен для многих. Пока в вашей квартире есть телевизор, пока вы читаете газеты, пока вы думаете, что там показывают то, что действительно есть, а не то, что они хотят, чтобы вы думали, вы будете работать на трудовую книжку и думать, что это единственное правильное решение. Кто из вас слышал в различных ток-шоу или читал в газетах, что в нашей стране честный бизнес построить невозможно? Кто из вас замечал, что в фильмах показывают, если ты директор, то обязательно вор? Если бизнесмен, идешь по головам. Если на хорошей машине, то бандит. Для чего это делается? Вы хотите быть бандитом? Нет? Значит, вам не нужно иметь хорошую машину. Вы хотите идти по головам или быть вором? Нет? Значит, и стать директором вам не суждено. Вам надоело работать на зарплату, и вы захотели открыть свой бизнес? Но вы же знаете, что в нашей стране, да еще и с нашим правительством, честный бизнес построить невозможно. Так что лучше откажитесь от этой идеи и вернитесь к работе. Вот что формирует средства массовой информации в головах людей. Так кого лучше слушать? Свой разум, омытый средствами массовой информации, и сформированы так, как это им было удобно? Или все же свое сердце, которое каждый день взывает к вам, каждое утро посылая вам чувство дискомфорта перед тем, как вы выходите на работу? Пока вы не измените себя, свои действия или поступки, ваше будущее – пенсия. Разве это не звучит как приговор? Не пора ли изменить свое настоящее ради того, чтобы изменить свое будущее? Не пора ли взять в свои руки ответственность за свое будущее, а не перекладывать ее на тех, кто ею пренебрегает? Только вы и никто другой ответственны за свое будущее. Вы один в ответе за то, каким оно будет и будет ли оно вообще. При одинаковых условиях, при равных вложениях вашего труда и времени, вы можете получить абсолютно разные результаты. Как вы уже поняли, традиционная работа – это не выход из вашего положения, а пенсия – скорее приговор, чем обеспеченная старость. Но есть ли выход? Выход есть. Станьте частью команды людей, которым нравится идея работать ради себя, которым нравится возможность выделять себе свободное время всегда, когда это только необходимо. Идея быть и оставаться свободными. Не поддавайтесь манипуляциям этого мира и играйте только по своим правилам. Думай, что хочешь, делай, что хочешь, но не упусти эту возможность.